Дим, поделись, пожалуйста, эмоциями от прошедшего матча. Ну, хотелось выиграть. Получился тяжелый матч. Соперник оборонялся в низком блоке. Понятно, мы под нагрузками играли, но все равно надо было как минимум сравнивать. Я считаю, у нас были моменты во втором тайме, хорошие подходы и пенальти. Ну, чуть не повезло, внесем свои коррективы, разберем игру, я думаю, и подойдем к чемпионату в хороших уже кондициях. А как ты считаешь, чего не хватило, чтобы забить? Ну вот, я думаю, последнего паса не хватило, точного удара, какого-то поворота. Именно этой концовки не хватило. Балтика — новичок в премьер-лиге. Что можешь сказать про эту команду? Ну, неплохая команда, хорошо обороняется. Поэтому непростой соперник, я могу сказать. До старта сезона осталось чуть больше 2 недель. Как вообще оцениваешь свое физическое состояние и готовность? Ну, физическое состояние оцениваю хорошее, но еще можно набирать кондиции, я думаю. Еще чуть-чуть. Еще будем поработаем на сборах, и уже ближе к началу уже 100%, я думаю, все подойдут в кондициях. Признайся честно, скучал по матчам в Черкизово? Да, было такое. Ну, конечно, да, скучал. Я здесь вырос с 13 лет, вот поэтому, да, я скучал, могу сказать.